В Торжке губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами по военно-политической работе Министерства обороны России Александр Максимцев вручили звезду Героя России посмертно родственникам полковника Василия Клещенко, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Василий Клещенко родился в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны Российской Федерации. Опытный пилот и командир, он много раз проявлял мужество, спасал товарищей и рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе и в Сирии, подчеркнул Игорь Руденя. И вот под Харьковом он погиб, как погибали наши деды, прадеды, ставшие нерушимой стеной перед мировым нацизмом в защите нашей Родины. Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю военно-воздушных сил Российской Федерации, он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области. Глава региона отметил, что средней общеобразовательной школе номер 5 в Торжке, которую с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко и где в настоящее время учится младшая, будет присвоено имя героя. Также одна из улиц города Торжка будет названа в честь Василия Клещенко. Сам лично знаком не один год был с Василием Петровичем на Дальнем Востоке, когда непосредственно мы выполняли задачи боевой подготовки. Это отважный, дерзкий и инициативный боец, который всегда выполнял задачи только на отлично. Он всегда был первым, в числе первых. Поэтому и жизнь его закончилась героическим подвигом. Игорь Руденя и Александр Максимцев выразили слова соболезнования родным Василия Клещенко и провели встречу с супругой и дочерьми. Участники церемонии почтили память героя минуты молчания. Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны Российской Федерации и посмертно звездой Героя России. Почетную грамоту президента Российской Федерации о присвоении звания Героя Российской Федерации передает губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя.